С каждым днем увеличивается количество беженцев с юго-востока Украины в Россию. По данным на 1 июля, в пунктах временного размещения российских регионов находится почти 17,5 тысяч украинских беженцев. Всего для оказания помощи гражданам с Украины развернуто 250 пунктов временного размещения. В Ненецкий округ также прибывают граждане, покинувшие небезопасные районы Украины. Беженцами официально признают тех жителей Украины, которые при пересечении границы оформляют необходимые документы и получают справку о статусе беженца. Впрочем, тем, кто покинул неспокойные районы соседнего государства и не получил статус беженца, в Ненецком округе оказывают посильную помощь. Региональное отделение Российского Красного Креста организовало сбор средств для пострадавших и бежавших от военных действий на Украине. В первую очередь, чтобы решать вопрос с трудоустройством, чтобы какой-то был заработок по существованию данных лиц, самое элементарное, нужно пройти комиссию, медицинскую комиссию, чтобы работодатели их смогли взять. Ну и какую-то первоначальную помощь, когда они прибывают в округе. Соответственно, хотелось бы обратиться всем жителям округа, оказать посильную помощь на те реквизиты, которые будут сообщены отдельно. Перечислить денежные средства можно на расчетный счет, который вы видите на экране. При перечислении средств необходимо сделать пометку с указанием целевого платежа для помощи жителям Украины, которые прибыли на территорию Ненецкого округа.